Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова Видос по колде Warzone. У нас сегодня каточки с оружием, которое является самым сильным оружием. Это ножи. Ребята, хочу отметить, что по ссылке в описании будет Discord-магазин, в котором можно купить огромное количество код-поинтов и наборов в 3 раза дешевле, чем в игровом магазине. Получить их можно буквально за 10 минут для любой платформы и региона. Ссылка на Дискорд, а также видео-гайд в описании. Если интересно сэкономить, вам туда. Да-да, не удивляйтесь, ребята. Ножи в этой игре лучше РПГ, лучше снайперской винтовки, лучше всего что угодно. Поэтому к ним я взял, конечно же, RAM-9, потому что RAM-9 мне нравится. Вообще, я хотел записать с RAM-9. Каточку, но у меня не шибко получилось, потому что лобби были потные, знаете, ну как вы любите, знаете, вот эти вот челы, которые пишут про то, что у меня бот-лобби, вот эти вот, знаете, где люди не стреляют, поэтому я поставил компенсатор XRK Sandstorm, видите, он дает много вертикальной отдачи, горизонтальной дает, также ручной упор DR6, он дает нам прицеливание и мувмент, прицельчик Nidar, 50 патронов и рукоятка, которая нам дает визуальную отдачу, убирает нам визуальную отдачу. И также у нас будет снайперская винтовка, которая наваливает на дистанцию до скольки метров? Правильно, 72. Собрал ее через ствол 60 дюймов, распад, Razer Hawk, который дает нам скорость прицеливания, аж 9%, это очень круто. Тяжелые боеприпасы дают нам эффективную дальность. Форштаг прицел дает нам скорость прицеливания 5%. И ставим без приклада, потому что он нам дает скорость прицеливания еще 5%. И в итоге у нас снайперка целится за 520, что примерно на 130 миллисекунд быстрее, чем у аналогичного Ката Эймар, который ваншотит на любой дистанции. Однако на острове Фортуны, в принципе, неплохо. Ну, то есть, ну, прям нормально. Играется прям нормально с этой винтовочкой. Дальше будет катка. Ребят, подписываемся, ставим лайки, каждый день стримы, теперь будут и на Ютубе, и на Твиче. А в телеге все новости по Warzone. Что значит перка облученная? Он слишком редко используется. Перки надо использовать те, которые дают тебе буст всегда. Ну типа, вот ты на постоянной основе бегаешь, и тебе постоянно перк, допустим, быстрая перезарядка, он тебе постоянно дает буст. Перк для спрыгивания дает тебе постоянно возможность спрыгнуть, теряя меньше хп, либо не теряя его вообще. Это пиздец как удобно. Вообще нихера не фармлю. 25 человек живо осталось. Я 2 фрага сделал. Потому что куда бы я ни пришел, стоит 3 человека. И в жопе все ковыряются. Ваншот, говорит, ванкил. Не писай, как это возможно. Вообще никого нет, блядь. Ну алло. Алло. Ну ладно. Будем честны. Снайперки не для геймпадов. Правильно? На этих лоховских геймпадах. Или могу? Часть отряда все еще действует в районе. Вы впереди, не избавляйте обороты и победите. Да? По вашему району нанесен авиаудар. Вы теряете позиции. Вперед!
Да, да. Да. Фок. Их отряд просто вне себя. Вы прервали их серию. Больше жалуюсь. Да кого, блять, у меня 15 фрагов. Сколько у меня? Блять, 17 фрагов. Это вообще нормально? 17 фрагов. Я ножами, блять, больше убил, чем ППшкой. Че, спокойно стал, как удав? Да в смысле, я не стал спокойным, как удав. Я так же сижу, ору. Просто рано еще. Ну или поздно уже. Убийство противника. Тут чуваков расчехлили, конечно. Тишечка нормально так зашла. Там был два адреса. Надо еще был снайпера. Понял. Сейчас я легкий, дадим как раз, ремонт. Дадим как раз, противник высаживает десант, следите за небом. Пошли, тихо, тихо, тихо. Среди лидера, значит, надо... подтверждено, мы нашли остальных. Противник поставил кассетную мину. А я вообще не могу. Чув, ведрон, 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 ведрон. Эффект по цели отсутствует. Я лезен. Да я, газ приближается. Вот они там втроем такие. Да, там. Что вы там делаете? Мы нашли. Точно в цель. Отмечены оставшиеся исполнители отряда. Доброй охоты. О. Остальных с помощью.
помощью карты. Отмечены оставшиеся исполнители отряда. Доброй охоты. Вы лидируете, не ослаблять натиск. Да? Убийство подтверждено, мы нашли остальных. А у меня вопрос, блядь. Как нож промахнулся? Рейзер, как бы раз. Не, пизда. Понял? Warzone, осталось 3 отряда, будьте на чеку. Осталось 4. Самое время выпить. Тархун, красная цена. Бесшумный убийца.